Эй, блядь, ты куда? Ну-ка покажи. А, ну вот сейчас бабочки уже не должно быть, потому что даже по звуку. Нет, она есть. Ну подними чуть повыше. Нет, есть, 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 есть. Ага. Ну подними повыше, как ты ее, блядь, видишь? Ну практически нету. А нет, есть, 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 да. Я и компенсацию все направил так, но бабочек куда-то девается. И она вам подпрыгнул. Так ты сначала бабочку-то убери, да потом это будешь дальше с лопастями думать, я же тебе говорю. Ну то есть в зависимости от ситуации ты можешь, допустим, вот сегодня сломаться, осенью только поднять вертолет. Чтобы этого не было, ну, надо сделать складские запасы. Ну и по большому счету надо просто пилить сим, просто пилить. Хотя бы час в день. Yeah.